Всем привет! Меня зовут Валерия. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня, как вы поняли из названия, речь пойдет о корейской косметике из класса люкс, а конкретно о косметике компании SUM37 Time Energy, линейка называется, но об этом чуть-чуть попозже. Вообще хотела бы сказать, что на корейском косметическом рынке существуют две огромные корпорации, которые бесконечно соревнуются между собой. Первая — это Amor Pacific, и ее мы можем знать по таким маркам, как Innisfree, Etude House, более дорогие марки Laneige, Momonde, и люксовый сегмент уже — это одноименная марка Amor Pacific, Sulvasu, естественно, и Hera, и множество еще других. Второй гигант, вторая корпорация, больше нам известная по каким-то своим электронным девайсам, это корпорация LG. И у нее также представлено огромное количество различных марок. Наиболее известная и доступная — это марка, которая называется The Face Shop. Отличные продукты у нее, я очень люблю эту марку. Также есть марка VDL. Из люксового сегмента это SUM37, о которой я буду говорить чуть позже, Ohyu, ссылку на отзыв моей подруги на продукцию этой компании оставлю внизу. Также лакшери из лакшери — это The History of Wu. И менее известный, но также люксовый бренд с очень хорошими отзывами — это Aesanox и еще множество других марок. Итак, давайте приступим. Я заказала вот такой сет от компании SUM37. Как я сказала, он называется Time Energy. И что хочу сказать. Мне очень нравится философия этой компании, то, как они видят кожу и то, как они видят, как нужно ухаживать за вашей кожей, поскольку все их продукты проходят процесс ферментации. Итак, мне эта идея очень понравилась, и я решила заказать их базовую линейку, которая призвана перезапустить вашу кожу и направить ее на самовосстановление. Итак, в этом сете у меня 3 полноразмерных продукта, и к ним прилагаются еще пробники внушительных размеров. И это огромный плюс в сегменте люкс, я имею в виду корейский люкс. Всегда, когда вы покупаете сет, вам в подарок дают такие пробники внушительных размеров, которые вы можете брать с собой куда-то в путешествие. Это очень удобно и выгодно, мне кажется. Итак, здесь мы имеем тонер полноразмерный, эмульсию и крем. В пробниках идут тонер и эмульсия по 20 мл, такой серум 5 мл, 10 мл крем и аж 40 мл пенка для умывания. Очень клевый набор, очень выгодно покупать именно наборами. Итак, я не могу сказать конкретно, допустим, про тонер, что он улучшил структуру моей кожи и вам обязательно нужно купить тонер из этой линейки. Нет, я с самого начала использовала полностью все эти продукты сетом вместе и могу сказать о том, как в целом линейка этих продуктов повлияла на состояние моей кожи. Но по отдельности тоже сделаю краткое ревью на продукты. Касается тонера. Тонер идет вот в такой упаковке, здесь 160 мл. Вся эта линейка имеет такой ненавязчивый, но очень приятный лично для меня аромат трав, очень натуральный аромат, но, конечно, не для всех, кому-то он может не понравиться. Но после того, как вы наносите какой-либо продукт из этой линейки, через буквально минуту вы уже не ощущаете этот аромат, то есть он совершенно ненавязчивый. И для меня этот аромат, он как бы релаксирует меня, что ли. В общем, мне он нравится. Качество упаковки, конечно, на высшем уровне,
как и должно быть. Это стекло матовое, очень приятное, тяжелое. Всю эту линейку я предпочитаю использовать на ночь, поскольку в тех погодных условиях, где сейчас я живу, она будет немного тяжеловата в дневное время лично для меня. Итак, этот тонер, он призван увлажнять кожу и отшелушивать, и подготавливать ее к принятию дальнейших средств. Вообще, если вы замечали, в корейских косметических марках очень часто мы встречаем различные названия, такие как тонер, тоник, skin softener, first essence. В принципе, все эти продукты выполняют одно действие, и они используются сразу же после того, как вы очистили кожу. То есть это первая ступень ухода за вашей кожей. Итак, этот тонер, он действительно прекрасно увлажняет кожу, просто прекрасно увлажняет, даже немного питает ее. Как я сказала, здесь есть отшелушивающее действие. В общем, тонер меня полностью устроил. Он имеет такую консистенцию не совсем водички, а скорее больше эссенции. Он такой, не знаю, если вам будет видно, я постараюсь показать, да? Видите, это текучая жидкость, но не совсем водичка. И если мы посмотрим на состав этого тонера, то мы увидим, кстати, здесь в наборе шла вот такая вот как бы инструкция по применению с описанием всех средств, составами. Если мы посмотрим на состав этого тонера, то мы увидим, что при его создании использовалось более 50 различных ингредиентов, различных трав, цветов, корней и так далее. И это очень, мне кажется, впечатляет. Следующее. Эмульсия. Эмульсия уже имеет такую текстуру более кремовую, что ли, но при этом очень легкую. Ее, я думаю, можно использовать и в качестве просто дневного крема, да, если у вас кожа более жирная. Но так как у меня кожа более комбинированная и склонна к сухости, я всегда предпочитаю после использования эмульсии наносить еще и крем. Итак, вот если вам видно, текстура более плотная, конечно, уже. Что мне очень нравится в упаковке, так это то, что здесь есть вот такой дозатор. Это очень удобно, особенно будет очень удобно, когда у меня останется маленькое количество этого продукта, и мне не придется вот так его вытряхивать из баночки, что я очень не люблю делать. Здесь 130 мл. Расход минимальный. Аромат у всей коллекции, как я говорила, уже один и тот же. Прекрасно увлажняет и питает кожу. Просто замечательно. Мне нравится эта эмульсия. Далее крем. Крем и, наверное, звезда этого сета, поскольку выглядит он очаровательно. Здесь 50 мл. Вместе с ним идет вот такая ложечка, что очень удобно при дозировании крема. И гигиенично, вам не нужно залезать туда пальцами, да, вы используете просто ложечку, что мне очень нравится в этой упаковке. Там-да-да-дам! Ложечка крепится к крышечке со встроенным магнитиком вот здесь, и ее просто невозможно потерять, да и смотрится это вау, просто офигенно. Итак, что касается консистенции, здесь она уже более плотная консистенция. Она такая, знаете, более текучая, более вязкая. Крем очень питательный. Я бы его не посоветовала использовать в качестве дневного крема даже обладательницам супер сухой кожи. Все-таки это более ночной уход, как мне кажется, поскольку крему нужно от 5 до 10 минут, чтобы полностью впитаться в вашу кожу. Кожа после него просто такая бархатистая и такая холеная, знаете. Крем прям
очень хороший, и расход почему у него минимальный, потому что вам нужно буквально горошина крема, затем вы растираете его между пальчиками и такими вдавливающими движениями наносите на вашу кожу, и он постепенно впитывается и питает ее, увлажняет, укрепляет и стимулирует к самообразованию. В целом линейка мне очень понравилась, поскольку я стала использовать ее в такой тяжелый период для моей кожи в связи с переездом, со сменой климата. Моя кожа находилась в таком стрессе, даже в такой депрессии, я бы сказала. У меня расширились поры, рельеф лица был абсолютно неровный. Что меня очень сильно огорчило, так это то, что у меня были бесконечные, мелкие, но очень интенсивные высыпания вот в этой области. Я никак не могла от них избавиться, никакими масками, никакими очищающими средствами, ничем. В принципе, продукты питания, которыми я питалась, практически не изменились, ритм жизни не поменялся, поменялся только климат, поменялась страна, в которой я живу, и кожа так негативно на это отреагировала. Этот же сет, он действительно перезапустил мою кожу, и спустя где-то неделю я заметила, что высыпания прекратились. Уже на данный момент, более 3 недель, у меня нет ни единого, даже маленького прыщичка на лице. Это просто вау, это супер. Кожа увлажненная, кожа напитанная, так как я говорила, у меня кожа более склонна к сухости, но с использованием этих средств я не ощущаю теперь... Теперь моя кожа, она стала просто нормальная, даже не склонная к сухости. Я теперь могу говорить, что кожа у меня нормальная, хорошая кожа, и цвет лица здоровый, рельеф абсолютно выровнялся. Теперь утром, когда я просыпаюсь, мне не хочется нанести на себя кучу различных увлажняющих, питательных и так далее масок, потому что кожа выглядит хорошо, отдохнувше, напитанно, увлажненно, сияюще. Поэтому, дорогие девушки, женщины, дамы и господа, поэтому если вы в поисках действительно какой-то качественной продукции, которая сможет отлично повлиять на состояние рельефа вашей кожи и перезапустить вашу кожу для собственного обновления и регенерации, то именно этот сет может сотворить чудеса с вашей кожей, поэтому присмотритесь обязательно к нему. Я знаю, что продукцию этой компании можно купить на сайте iHerb. Также есть уйма просто онлайн-магазинов, которые доставляют продукцию косметическую из Кореи практически во все страны мира. Я думаю, с этим у вас не возникнет никаких проблем. На eBay можно найти эту продукцию. Спасибо всем за то, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, если вы пользуетесь уже этой продукцией или какой-либо другой люксовой продукцией, потому что я всегда в поиске чего-то нового, интересного и полезного для кожи. Спасибо еще раз и увидимся в следующем видео. Пока-пока!